Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси, но я на самом деле очень давно не играл, потому что немножечко я подзаписал наперед, и я уже не помню, как в это играть. Ладно, не могу летать. Пойдем по сюжетному заданию. Еще одно дополнительное задание, если успеем. Сегодня я продолжаю быть простывшим. Дальше мне поговорить с гоблином в Хогвартсе. В ручей комнате. Вот, поэтому я сегодня не буду читать этот скорочтение. Каждый сегодня читает сам про себя. И делает выводы. Поговорите с Амитой. Не понял. А вручай комната сразу в башню ведет. Там вроде как этот квест про яйцо. Нужно там что-то поговорить, отдать, не отдать его, непонятно. А то дракона спасли, яйцо спасли. Нахер нам яйцо? Спрашивается. Дополнительное задание. Я в прошлый раз зашел. Думаю, побегаю без записи. Сделал одно дополнительное задание. И вышел. Что-то уже как-то этого, того. Так куда идти-то? Сменил я плащик. Теперь у нас стильное зеленое пальто. Ну, это пока на время. Тут что, даже порталов нет. Можно я не с ней поговорю, а вот... Вот это. Так, ты что там? Hello, Almeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Что ж, тогда пойдем. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will. Он не знает, да? А мне можно это? Ох, как далеко. Тик. Конечно же, мне ничего слишком близко не открыто. Я пытался, кстати, метлу улучшить, но что-то, видимо, я пропустил. Видимо, нужна еще одна гонка с кольцами. Я ее в прошлый раз пытался найти, так и не нашел. Смотрел по карте, но не выискал. А потом просто подзабил на это все дело. Короче, хочу пройти ее до конца. Уже по сюжетке посмотреть, как это все в целом будет. Сильно отклоняться мы не будем. Я все-таки до конца добью эти запретные заклинания. Непростительные. Осталось одно, но нам для него нужен 28 уровень. А у нас... ...25. Ну и помимо всего, нужно еще и задание выполнять.
Жалко, они еще не добавили сюда процесс удара и падения с метлы. Было бы интересней. Ну, сложнее, но интереснее. А то он как болванчик просто об них бьется и все. Так, тут безопасно? Мне кажется, он нас в это... В засаду. Ну тут никого не... Так, пошли. Так, ну давай рассказывай, что узнал. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrok with the helmet of Urtgot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Бля, я об этом же говорил, он же может догадаться. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrok. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrok's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrok sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They describe repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrok recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to five names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgannock, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrok care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He was, is, determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Armeet. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio! Enough! Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Пошли. I will await your return. Это мне, блин, Ты мне 5 точек обходить. Я надеюсь, что нет. Это он ресурсы? С этим дурачком идти, он же не знает. Языка. Или он не пойдет со мной? Все равно попахивает подставой.
Ревелио. Акио. Так не собирается. А как бы было удобно. Так, окей. Открывайся. И? Ревелио. А там глаз сверху. Я не видел. У какой тайный замок, блядь. Войти. Ну я бы не нашел. И на этом бы великая миссия по спасению волшебного мира была закончена. Ой, все, иди нахер. Тебя взяли с собой, чтобы почитать. Ты почитал что-то, что вряд ли ты прочтешь, поэтому пошли и заткнись. Не разговаривай. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way out. Я надеюсь, я уеду без тебя. Ревелио. А кто здесь? Какие враги? Кто? А что произошло? Ревелио. А все больше не работает. Ну пошли дальше. Но он же сказал, что здесь магия. Эх, не успел я. You'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. А, все-таки есть. Кто из вас серьезный? Победите гоблинов. Он сильный. А все? Слушай, это что-то стреляет из-за спины. You have my word. Ревелио. Ага, глаз опять. I'm quite good at sneaking about. You'll see. We're being watched by a door. Ой. Акио. А что происходит? We won't get through as long as we can be seen by that eye. Ревелио. Видим, что-то надо подать. Incendio. Я думал, тут будут мистические твари. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. You haven't had mushroom stew like that. А, не сверху. Мы куда идем-то вообще? Я знаю, что там были еще проходы.
If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. What is it? Он что-то там подвис. Мне кажется, нашего товарища сейчас убьют. Быстро спадает. Я думал, все. Сука, что за система это? This is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Может, ты неправильно переводишь? What could they be building? Они сверху слезли. Не могу больше отравы нести. Куда идем? Ищем секреты. Видимо, сегодня с яйцом драком мы ничего не сделаем. Что я сказал? Яйцо не драко. Сука. Ну ладно. Серьезно, коллекция? Ну ладно. Что-то я не это не пойму. Вроде не было так сложно играть. Не, ну были, конечно. Были, конечно, моменты, что прям это загоняли в угол, но не настолько. Я понял, вот система что-то пригоняет. А, это проход. Я не буду полностью тут все осматривать, пофигу. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful.
not an entanglement we need right now. А где чист? Lumos. 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 Подожди. Я за цветочками все проходил. Все, туши. Блин, там же гоблины. Сейчас, подожди. Все, не высовываемся нахер. Вон верхнего надо за это. Стреляй. Да блин. Закрыли дверь. Так главное, чтобы нас не нашли. Да ну да, да ты иди ты, блядь. Что вы тут исправляли-то, бараны? Наш чувак сейчас умрет. Я не буду вмешиваться. Это гоблинская разборка. Вон надо 27 уровня брать. Вот он им сейчас жар задаст. Сука, тупо. Ну мы хотя бы их прорядим. Ну, вставай, ты все, спал с него. Так, это не тот вообще. Они ему встать не дают. Долго может продолжаться. Давай сейчас вот этого. Еще сейчас подойдут. Expelliarmus.
Все, все. Ну, ты мне должен говорить, все, все, успокойся, они все мертвые. Отвык. Ну, что значит не играть? Ну, неделю, наверное, я не играл. Так, я видел. Окей, я видел. А там типа давления нет. Куда-то надо подавать давление, и что-то где-то откроется. Открывайся. Может быть, кстати, вот это. И? Что-то где-то произошло, да? Вот тут что-то должно приехать, нет? Да и ладно, похер. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. А что, прямо обратно? Другого пути нет? Мне кажется, вот тут должно быть отлично. А, во, лифт. Поехали быстрее. I'm glad you came with me, Omid. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Вряд ли нам дадут просто так выйти, да? О, этот у меня есть. Не понял. Это хорошо, мы заклинания изучили. Дельный какой-нибудь шмот. Сейчас мы придем, его там захватили, все дела. We're almost out of here, Omid. Look, the lift. A welcome sight indeed. Подожди, а мне надо ехать или мы... Ну и так пойдет. Чуть не знаю. Мне интересно, что там с Себастьяном. Его судьба, судьбинушка. А ты что тут? Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Omid. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Если доживешь. Without further ado, adieu. Там еще кое-что перевести надо. Вот иди посмотри. Со скалы вниз. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrok must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes?
If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. На самом деле, могли бы какие-то другие активности сделать. Типа, пришел, зашел в пещеру, убил там, сделал вид, что что-то узнал, пришел. Он тебе всю историю рассказал. А сразу, блядь, нельзя было рассказать? Так, и чё? Будет какая-нибудь сова сегодня? Ну чё за кругляш? I hope Professor... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. С портретом профессора, который находится в зале картографии. Это... Понятно. Давай, поэтому, как я и обещал, немножко времени есть. Задание. Отчет от дракона. Это что такое? А вот они еще все. Окей. Про дракона. Карта. Фоксмит. Ну и давай тогда сюда зайдем. Заодно.
Раз уж так совпало, поставим улучшение. Я только вот сегодня про него сказал. О том, что не мог найти это третье летательное испытание, оно, видимо, так и работает. Мне нравится, когда так одно за другим цепляется. Окей, я согласен с тем, что типа есть какие-то задания, на которых уровень низковат или умений нет. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Ты наркоман, что ли? Ты сказал, ты скидку мне дашь. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Пошел вон. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but you'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Это вообще похоже на аферистов. I look forward to our next meeting. Типа, знаешь, внесите 10%, а вот сейчас еще надо еще 10% внести. И скоро вы разбогатеете. Ох уж эти обманщики. Подожди, зачем я в Хоксмид телепортировался? Потому что мне задание показало в Хоксмиде, правильно? Карты мира. А задание на основное, да, поменялось? О драконе. О драконе, пожалуйста. Вот, все правильно, окей. Это на метлу поменяло. Так быстрее перемещается. Тут есть задание с этой, с владелицом. Вот, мы с ней не будем говорить, или с ним, как угодно кому. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures. Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Проведать ее. Ну пошли, ты знаешь, куда она улетела? We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Это погромче кричит, тут народ нет никого. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak. Нихера себе он выдал. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Конечно, не будешь, иначе я скоро уже. Have news of her location. Вот ты тварь, ты, я думал, мы сейчас пойдем. Короче, я скоро выучу Авадакедавра, и все вы перестанете меня шантажировать. Так. Задание. Задание. Где там этот?
Потомство самой смерти. А, это, видимо, про этих эстралов. Подожди, где вы полеты? Давай тогда слетаем. И тогда после этого уже и заканчивать будем. А ты их не дождешься. Привет, приди, поговори со мной. О, ебать. А, ты поговорил со мной? Молодец. Тогда, подожди, я где-то здесь же открывал. Открывал же. Вот оно. Ну, все же поближе. А, молодец, поговорил. Давай мы, может быть, как-нибудь сходим да сделаем. А пока я буду стоять и тупить бокалом. Этого непонятно. И про учебу вообще забыли, не? Так, ну что ты тут улучшил? Туда не могу залететь. Надо пониже лететь. Для того, чтобы портальчики открывать, а то все дальше и дальше. Дуэльные уловки? Это вообще какой-то аванпост. А ничего страшного, что я их не не понял. А как? Мне тут как-то насквозь надо пройти. Нет, плохая идея мне. Отстань. Друзья, как мне пройти, если я пешком не могу на метле? То я могу пешком? Ну, значит, облетаем. Окей. Видимо, там конец графики. Вообще тут, смотрю, много интересных мест, на мой взгляд, визуально выглядят. Но, честно, чуть не очень охота. Рыскать. Собака, он же меня сейчас вообще не пустит. А как мне туда добраться? А тут все конец. И огибает, окей. Я вообще не в тот круг залетел. Мне нужно каким-то чудесным образом. Так, возвращаемся сюда. И нужно вот до сюда добежать, долететь. А тут посмотрим, что надо. У меня есть еще подозрение, что там есть шахта, и через нее надо насквозь пройти. Но это я не люблю такое. Так, смотрим. Куда-то мы сможем долететь? Вопросики тогда. Давай спустимся. Есть у нас кобыла? На кобыле можно и пешком бегать. Time to go a little quicker.
Вот, он выстроил маршрут по земле. Ты что ты виляешь-то? Как-нибудь поровнее нельзя? Простите, я засмотрелся на монстрика. Ну вот. Ладно, ладно, погнали. Сука, как я и говорил. Получится нас прорваться? Смотри, пешком разрешает. Как это так? Вот как так? Там босс какой-то был. Бежим, бежим. Тут-то я могу лететь уже. А как это так? Или это... Типа я читер. Типа нельзя так делать. Тут слишком много. Мне кажется, я их бесить начал всех, да? Я хотел только зачекиниться. Тут прям кишмя кишет всеми этими. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her. Ну теперь уже это. Теперь я тебя сочувствую, я улетел. Тут где-то есть. Ну развернись ты, баранина. В доме. Слезь. Кстати, тут бы мне было бы, наверное, бы интересно бы за это. А ну-ка. Да ладно. Это что? А что случилось-то? Древняя магия? А как? А как зайти? И там я заметил, что есть. Ну вот она же. Wingardium Leviosa. А мне через... Сейчас, подожди.
Lumos. А что это? Какая-то древняя магия. Еще одна. Ревелио. Что-то мы каких-то ништяков собрали, все. Там вообще он типа показывает ночи ждать. Там кто-то сражается. Надо будет как-нибудь это все осмотреть. Ну может и не мне надо. А может и надо. Ты смотри, сколько тут народу. И все злодеи. Вон какие-то жабы. Обезоружить врага. Нормально она забрела, не? Устроила мне тут испытание. И кто ж тут соревнуется? Ты сама тут летала? Ого, там сундук. Так можно было? That's rather deserted. I hope everything's all right. Как никого нет. Вот она. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new fifth year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Gryffindor. That wasn't too difficult. Brilliant. Этот манекен типа она? Мотает эту метлу, блядь. Made it. Ёпушка. Блин, жалко, квиддич не сделали. Нахер эти бестолковые полеты. Это было актуально в первых частях, когда ты
почти учился летать на метле. Хорошую струю попали. Кольцо не просрать. Херовые какие-то улучшения за 4 куска. Не, ну согласен, трасса сложнее. Я лучше несколько шариков пропущу, но зато кольцо не просру. Штраф за пропуск кольца. Ну все, она проиграла. That was quite something. Impressive work today, but... Don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. Fifth year. Not bad. For a Gryffindor. You take care of yourself. Хороший полет. Пойдем вон туда, за уголок. А, ну вообще, ой, 5000 миллионов километров. Тут на самом деле вот можно еще два открыть, но это я после сделаю. На этом мы на сегодня просто всего лишь навсего закончим, а продолжим уже в следующей серии. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео с своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.